рукой держишься, даже двумя лучше держись за желтую кожу, когда будешь прыгать. И чуть бочком, вот так вот, тогда будет меньше травма. Понятно? Меньше травма опасно. Да. Полденька в этом плане попроще. В смысле, я могу удариться обо что-то или что? Нет, просто послушай, дернуть? Держись, ну да. А, здесь будет рывок, из-за того, что очень низкая высота, будет рывок хороший. Поэтому двумя ручками держишься желтую кожу. Есть перчатки? Нет, нету. Ну нет, не будет сам. Огонь! Еще раз. Да, без очереди. Мы же люди взрослые, может, они же должны людей старики пропускать. А там трусят вообще. Да? Че, прыгать? А че, можно? Эй! Травма опасная, пиздец. Надо, короче, спуститься, перчатки, да, взять, наверное. Все, я могу перелазить? Да. А, вон она ко мне идет. Так, ну я тебя придерживать буду. Лучше прям держать, потому что я очень сильно боюсь. Еще все не держать. Я буду прям держать. Ну, залазь прям. Ногу по ступенькам. А можешь, да, можно подсадить меня, пожалуйста? Как помогать? Ой. Нет! Закидывай вот так ногу. Ну как без обвязки, ты никуда не лезь. Блять. Тебе страшно? Нет, нормально. Смотри, мне очень страшно. Попробовать. А можете посадить меня? Я не знаю. Блин, я не знаю, как это сделать. Давайте надо. Я могу поднять просто. А если я лягу и прыгну с нее? Слушай, давай я тебя приподниму. Можно так? Давай я тебя вот так приподниму. Нет, надо прям залезть туда. Давай я тебя приподниму. Давай. Ну, ты ногу чуть-чуть опусти. Ой, блядь, отпусти его. Да, держи прям, держи. Блядь. Ни разу. Сука! Подожди. Так, все хорошо. Я стою одной ногой. Второй ногой. Я это держу. Слушай, погоди, сука. Меня попросили помочь. Ага, на мост? На мост нужно. Вот на асфальт прям. По ступенькам спускайся. Держи, я боюсь. А я не могу ниже. Понятно. Так, чтобы ты на асфальте, вот чуть-чуть. Право вот здесь. Правее, да, сюда. Да? Да. Теперь да. Я не знаю, а дайте мне резинку вот желтую в руки, пожалуйста. Блять, второй рукой как? Так чё? Всё? Ну держи двумя руками и прыгай. Не, ну закрой это, когда мы снимаем. Подожди, я боюсь. А мне нельзя 3 дня. Нам по идее надо уйти, потому что мы А там дергает кто-то. А это ветер? А я там не ударюсь ни обо что? А я там не ударюсь.